Обычно полицейские разыскивают грабителей. А вот хозяев похищенного разыскивать приходится не так часто. В Карагандинской области полицейские на трассе Екатеринбург-Алматы задержали грузовик с лошадьми. Никаких сопроводительных документов у водителя не было. Полицейские Карагандинской области возле поселка Акжал Шетского района остановили грузовик «Мерседес», в кузове которого находилось 8 лошадей. 48-летний водитель, житель Южно-Казахстанской области, объяснить, куда и откуда их везет, толком не смог. Животные изъяты. Не исключено, что лошади угнаны из другой области. По данному факту разыскивается хозяин животных.